С памятной датой жители района поздравили артисты. Концерт прошел в здании администрации района. Только лучшие номера и исполнители. В Красносельский район приехал театр «Пластики рук», «Хендмейд», государственный ансамбль «Барыня» и многие другие. «Бессмертие славы, память сердца» – своеобразный девиз представления. Действительно, для всех, и для артистов, и для зрителей, День Ленинградской Победы – не просто дата. Я благодарна своей матери за то, что она выжила в эти тяжелые годы, в эти дни, потому что это могло не случиться. Моя тетушка вот умерла от голодного истощения в госпитале. Поэтому это не просто выступление, не просто слова. У нас сердце болит.